Всем привет, с вами Tech Russian, и сегодня мы не играем в очередной инди-хор под названием Baby Blues. Я не знаю, как по-другому это произнести. Также я не знаю имя разработчиков, но говорят, что игра страшная. Ну, давайте сейчас проверим. Так. Вот. Нужно найти 9 мишек. Ага. 9 мишек, да? Перед тем, как залезть в свою грёбаную постель. Очень напоминает Among the Sleep. Хуй. Опа! Вот это да! Вот это поворот! Пустись. Ладно, тут можно перемещать предметы. Можно покачать. Нихера нельзя. Что ж, все. Ладно, давайте возьмем свою коробку. А, срать. Вау! Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Так. Ладно, без паники. О, нет. Туда не особо не хочется идти. Ванная комната. Bathroom. Толкан призрак! Вау, 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 вау. Поскольку я не очень люблю такие коридоры, давайте сначала пройдем. Что здесь? Нихера. Еще какая камера, блин, все ужасная. Пиксельная. А, нет, или это. Они просто такие охерительные бои. Ёбаный. Ты. Да ты вообще ты. Так. Что нам нужно? Нам нужны мишки. Нормелады. Мне пиздец. Мне просто... Так. Ёбаный хрум. Ёбаный хрум. А ч... Нахер мы с вами пришли? Пошел на. Блять. Блять. Все еще хуево. Так. А, мне кажется, разра просто пугают. Сейчас у меня мурашки по коже. Очень страшно. Игра пугает очень сильно. Ладно, давайте сначала проверим, что у нас здесь. Даже я не знаю. Отшучиваться не могу. Тут такое напряжение, блин. Так, ладно. Так. Все, я самец. Маленький самец. Маленький самец. Ты. О! О! Каменную эту малыш поднимает. Вошла на. Так. Я самец. Я самец. Я самец. Я самец. Ладно. Я же грёбаная малютка. А грёбаная малютка никто не смеет убежать. Да. Да. Так.
Блять. О! Вы даже не блять, ну. Так. Блять, ну приготовиться к чему, блять, можно? Так. Take the teddy bear. Блять, сейчас секундочку. Что ж, я сохранился после первого медведя, был ужасный звук. Я послал все нахуй. Простите, мне других слов просто нет. Это редко, когда встречают такие именно инди-хорроры, чтобы они так сильно пугали. Where near? Ладно. Да, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь, секунду. Так, я не обосрался. Я просто нагадил в штаны. Пошло все к чертям. I hate this job. Блядь, я ненавижу, честно. Я могу просто ответить, что я ненавижу эту... Нахуй я её начал бодрять, блядь. Я уже 100 раз это об этом жалел. Да что, идем вперед, что же еще можно? Кей. Сказал Кей. Не делайте. Слава богу. Вот сейчас я даже не могу отшучиваться. Это очень страшная игра. Это грёбаное напряжение, блядь. Да блядь. Да блядь. А, блядь. Да блядь. Блядь, да блядь, да блядь. Да блядь. Надо похер. Вашим. Чё, блядь, музыка прекратилась? Вот так-то лучше, блядь. Да блядь. Да блядь, почему все прекратилось? Да блядь. Да, ладно, давайте петь. Сейчас я буду петь веселую музыку. Да блядь! Так. Блять, даже такая музыка не помогает. Давайте. Врагу не сдается наш гордый варяг. Так, я опять вернулся. Я пошел. Поглачивал свою кошку, покормил рыбок. Посмотрел мультики для маленьких девочек и кое-как успокоился. Тедди Бир, блядь. Впервые в игре не хочу собирать эти вещи. Блядь. Фух, так, ладно. Мужик или не мужик? Да блядь. Да блядь. Фух, блядь. Так. Прикольно. Я опять вернулся, я опять покормил рыбу, посмотрел мультик для маленьких девочек и кое-как опять успокоился. Эти промежутки где-то в 15 минут меня хоть как-то успокаивают. Ладно. Ладно. Блять, я просто
что в этой игре нормально думать невозможно. Она очень сильно давит на нервы. Я обязательно оставлю на нее ссылку. Почему музыка прекратилась? Ладно. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Простите. Я несу такую сейчас хуйню. Я буду, наверное, пересматривать это видео. И просто стыдиться этого. Еще раз простите, но... разумно мыслить невозможно. Просто невозможно. Даже не ожидал такого эффекта от игры. Все, я больше не вернусь. Котики. Какие миленькие. О, как соскучился по котикам. Боже мой. Но даже в них мне пугает только одно, блядь. Шесть, блядь. Шесть, блядь. Шесть. Блядь, еще такой коты. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Простите, что не прошел игру до конца. Это очень страшная игра. Я обязательно оставлю на нее ссылку. Ну и спасибо, что посмотрели мои видео, что смотрите их. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. В комментах обязательно оставляйте то, что вам нравится, то, что не нравится, на что дальше обозревать. Вот. На Baby Blues я обязательно сделаю продолжение. Ну не следующий, не... Я сделаю его, я это вам обещаю. И спасибо за то, что смотрите. И до скорых встреч.